Всем привет и добро пожаловать на мой канал. И сегодня в этом видео мы будем с вами делать очаровательного мишку-мумию в честь скорого наступления Хэллоуина. Для работы нам понадобится полимерная глина трех цветов. Разминаем глину. Для головы мешутки нам понадобится шарик, плющиваем и помещаем на листочек в форме закругленного треугольника. Туловище у нас будет в два раза меньше. Также катаем шарик. И для прочности я решила посадить тельце мишки на штифт. Основание пина вставляем в голову и уже на штифт насаживаем тельце. Хорошенько прижимаем, чтобы глина прилипла друг к другу. Теперь нам нужно сделать ручки и ножки. Берем колбаску диаметром 5 мм. Для ножек отрезаем 2 одинаковые полосочки. А для ручек отрезаем такую же третью и делим ее пополам. И не совсем маленький кусочек для ушек. Делим его пополам. Для удобства скручиваю все наши детальки в шарики. И ножки катаем сначала капельку и вытягиваем носочек. Получается форма в виде ножки. То же самое делаем со второй ножкой. Чтобы сделать ручки, катаем вытянутую капельку и приплющиваем ее. Теперь нам нужно сделать бинт для нашей мумии. Для этого берем белую глину, раскатываем ее на самой тонкой толщине пастомашины. Режем полосочки по 3 мм шириной. Нам понадобятся штучки 3. Теперь нам нужно сделать мордочку. Для этого смешиваем в равных пропорциях бежевый и белый цвет. Получается светло-бежевый оттенок. Отрываем небольшой кусочек, скатываем его в шарик, немножко прижимаем, вытягиваем и помещаем на нашу мордашку, чуть ниже середины. Берем иголочку и делаем прожилку посерединке. Продавливаем полосочку с одной стороны. Теперь будем заворачивать нашу мумию. Берем отдельно каждую детальку. Я решила начать с ножек. И просто закручиваем. Можно закрутить полностью, чтобы не было видно, какого цвета шерсть нашего мишки. Я же решила оставить небольшие фрагменты, чтобы было видно. Просто отщипываю пальчиками лишнее, поправляю край, и наша ножка готова. После этого нужно обернуть отдельно сначала тельце. После этого делаем носик и глазки. Отрезаем 3 одинаковые кусочка, катаем их в шарики и один формируем в маленький треугольничек. Помещаем его на нашу мордашку и также пальчиком помещаем наши глазки. Теперь будем собирать нашего мишку. Сначала крепим ножки. Хочу придать немножко текстуры бинтику. Для этого просто процарапываю полосочки. Отрываю какие-то кусочки. Вот такой мишка у нас получился. В общем, я увлеклась оборачиванием мишки в бинтик, и в итоге мне не очень понравится, как он выглядит на мордашке. Поэтому я решила взять ножичек и просто отрезала этот лишний кусочек, который мне не понравился. Вот что в итоге у меня получилось. Такой результат меня устроил. И я ставлю мишку запекаться на 20 минут при температуре 110 градусов. После запекания и остывания нам уже задекорируют заднюю сторону. Теперь нужно смазать заднюю сторону фильмом гелем. Я просто прохожусь пальчиком, чтобы разровнять гель. Вытираете просто пальчики влажными салфетками. Приплющу кусочек белой глины, помещаю примерно, где будет находиться брошка, отрезаю квадратики, уже как обычно. Открываю брошку, помещаю глину, все уголочки сглаживаем, чтобы не было пузырей, чтобы глина очень хорошо сцепилась. И лишнее отрезаем ножичком или лезвием, как вам удобно. После того, как вы все отрезали, сгладили край, прохожу щеткой для придания более такой интересной текстуры. Ставлю свой значок иголочкой. И также повторно запекаю 20 минут при температуре 110 градусов.
После того, как наш мишка уже запекся, он готов. Проверяю обязательно брошку, как она открывается, крепление не заедает. И глазки покрываем глянцевым лаком, чтобы они у нас заблестели. И носик тоненькой кисточкой в два слоя. И я решила затонировать его черной акриловой краской. Развела ее с двумя капельками буквально водички, чтобы краска была пожиже, потому что она уже немножко у меня загустела, чтобы прожилочки было видно. Просто прохожусь почти по всему, кроме мордашки. И когда немножко краска подсохнет, просто стираем влажными салфетками остатки краски лишней. Вот, в принципе, что у нас получилось. Такой очаровательный Мишутка у нас вышел. Я очень надеюсь, что данный мастер-класс вам понравился. Вот. Спасибо вам большое за просмотр. Желаю вам творческих успехов. Творите, лепите вместе со мной. И ставьте пальчик вверх, если вам понравилось это видео. И до новых встреч. С вами была Варечка. Пока-пока.